наконец-то. А она чё? Питер Паркер? О, Питер Паркер. Всё. Охереть. За 5 сек просто взяла, вырубила, убила, всё. Что происходит? Где я? Моя голова. Ай-яй-яй. Хоть мне стрелять? Я специально тебя врубаю, чтобы ты не рыпался. Надо поговорить с тобой. Я не хочу за тобой бегать, я хочу с тобой договориться. Мэри Джейн Уотсон, Мэй Паркер. Мы, говорит, твою девушку, по-моему. Не трогай мою семью. Да хватит этих мемов, старета. О. Хотя, блядь, сверхженщина. Надо спасти. Ой. Что за дичь? Только что была. Ну, где-то там. Ah!
Джеймс are people too. Блять, давай. Say it. Mutants are people too. Ну и все, смог. Okay, can we stop all the... Ну все, чем мы там? На чем остановились? Да зачем ты так? У него иммунитет вырабатывается. Вот и валим. Ты видел? Ужас какой. Сейчас он спасти. Crazy silver hottie threatened my family. I should let Eddie eat her. He'd be doing me a favor. But then I'd feel guilty about that too. Because clearly, I don't have enough things to feel guilty about. So now here I am, trying to save the crazy woman. If my life were any more stupid, it would be on network TV. Those darts have made my brain all swimming. Да, он там ее уже. Я сдохну. Oh, thank goodness. I didn't know how much.
Победил, короче, я его, все, заебись. Короче, я потерял силы. Поднимает голову, смотрит. Эдди рядом. И паук рядом. Все, предпоследнее уже осталось. Что происходит? Блин, меня освободили. О боже, что это? Кто это? Карнадж. Я забыл, как жрать-то их. Блин, а я забыл. Сейчас. Вспомнил. Чей пиздец. Thank you.
Захерачим этого Карнеджа, и все классно будет. Сломал его напополам. Где ты, блядь? Где ты? А вот тут и разрабатывали носорога. Все, победил. Что происходит? Эй, Лысый Бразерс, что ты здесь делаешь? Сейчас мы снимем с тобой новое порно. Тебе понравится. Ну, ничего не обещаю. Ты серьезно говорю? Зачем? Зачем? Я не хочу. Я хотел с Веном замутить свиданку. Но не получится. Я с ним буду мутить. А потом с ним будет мутить весь медперсонал. Сейчас мы вколем тебе вакцину от коронавируса, чтобы ты перестал всех доебывать. Какое брутальное сексуальное тело. Прям в сосок сейчас я вкальну. А теперь... О, господи. Как же косоёбит, блядь, эта касцена. Что происходит, Эдди? Я теперь не Эдди, я теперь Веном. Наконец-то с рисунком. Как косоебит, блядь. Переходы эти. Я стал сильным, мощным. Как, господи, не дай бог, кто-то увидит историю моего браузера.
извращенец. Вот так. Хватит дрочить на порно с моим отцом. Это единственное порно, на которое у меня встает. Вот, смотри. Это архивы на 1 терабайт. Охереть. Отдай порно с отцом Питера Паркера. Нет. Ой, ебать, лишь бы порно не пропало. Ты заколебала меня, девчонка. Ладно, не переживай, на этот вас трогать не буду, развлекайтесь, голубки. Я просто посмотрю и поплачу нахуй в углу. Заводись, койня! Ладно, не переживай, паучок. Потом пойдемся. Бля, потом еще ебать. Тебе пизда. От вертолета же и сдох.
Наконец-то. Классно. Ну все, говорит, я, говорит, нашел историю в своем отце, что он там умер как герой. Все дела там. Отец Брока и отец Питера Паркера, короче, ну, они типа разработали там эту хрень. Я, говорит, типа, я, говорит, смогу, типа, оружие там, типа, сделать. Но я, говорит, знаю, что я хотел воспользоваться во зло, поэтому я знал, что ты, когда вырастешь, ты поймешь, что это такое, ты все сможешь. Все будет круто. А потом разбился самолет. Вместе с мамой погибли, короче, печально все. Ну что, говорит, отснялся с ним в порно? Этого мало, мне нужно больше. Все фулы у меня дома, пошли, попьем чайку, а потом посмотрим. Косоебит, блядь, все, косоебит. Мистер Траск, я говорит, мистер Траск, наконец-то мы с вами встретились. Не надо. Что ты? Я сейчас тебя жахну. Ты, говорит, надо мной делал? Теперь я поиздеваюсь над тобой, сволочь. Не надо, пожалуйста. Не надо. О, старый, сочненький, мощненький, иди сюда. Ну шо, что там у тебя? Херня какая-то. Всю неделю пиздился. Всякими бабами, мужиками, со всеми там. Да ладно, не переживай, я люблю тебя. А я тебя нет. Я люблю Венома. Что? Зачем? Понимаешь, он такой мускулистый, брутальный. Жалко, что он со мной не хочет. Охереть, так ничего страшного. Страшно. Да ладно, ты еще ты с ним встретишься, пошахаешься. Все хорошо будет. А пока можешь со мной. Не, с тобой не буду. Вот так, короче, мы и прошли игру. Теперь можно спокойно играть за Венома. Просто спокойно, свободно и как в GTA, просто нарываться на ментов. Играя за Питера Паркера, мы просто собираем всякие бонусы. Разблокировываем костюмы. Вот такая вот фигня. Короче, всем спасибо, всем пока. Это был Токи Трэш, мы прошли Спайдермена. Ждите новых видео. До встречи.